Приветствую, друзья! Как улучшить свое самочувствие и сон за одну неделю? Ну вот есть такие вещи, которые люди как бы знают, но в то же самое время, когда у них сон, например, нарушается, они совершенно забывают. Потому что когда попадаешь в состояние неравновесности, стресса, неопределенности, ты все время себя грузишь негативными эмоциями и ожиданием негативного исхода ситуации. И поэтому у тебя все ломается. Ну, как звук по фазе происходит. Или, например, стресс у тебя получился в силу какой-то неопределенности, неожиданности. Ну, какой-то совершенно непонятности ситуации, что делать завтра. И опять у тебя начинается самонакручивание. Я предлагаю сейчас вам вебинар «Как улучшить свое самочувствие и сон за одну неделю». Чтобы дать вам там алгоритм, чтобы дать вам там советы и расписание, что нужно делать каждый день хотя бы 5 минут, для того, чтобы за неделю буквально у вас улучшилось самочувствие и улучшился сон. И вы сравнили до того и после, и увидели большую разницу, и обрадовались. До встречи, друзья!